скрипышева превратили в скрип, потому что здесь сейчас эпоха пих, потому что ты увидел комик под кустом, потому что ты услышал гробик с горбуном, потому что он родился и знал о том, что его положен гроб с полукруглым дном, и не каждому на свете горб на спину дан, как и не каждого тревожит телефонный хулиган, но горбуны останавливают время, и горбуны останавливают время, они несут в горбах чудовищное время. Горбуны останавливают время, время. Часовщик был непростой, но этот часовщик, он умел целую вечность раскрутить за миг, мастурбируя в каморке, превратившись в палку. Он умел на три недели растянуть оргазм. Он умел не умирать бы, этот часовщик, но горбы на том лишь свете раскрываются, пара сильных стройных крыльев расправляются. Горбуны туда затем и отправляются. Горбуны останавливают время, ведь горбуны останавливают время, они несут в горбах чудовищное бремя, и горбуны останавливают время, время. Мрачных горбунов в мастерских, что по ремонту сломанных часов. Знай, они не просто чинят, это лишь предлог, они время замедляют и наоборот. Но если ты надразнит их занятия, что вот не спину горбунам ты охуенный нож. Горбуны останавливают время, они несут в горбах чудовищное бремя. Горбуны останавливают время, время.